Понятие хиджри между прошлым и настоящим. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит из своей священной книги: «Илля тансуруху факад насарху Аллах, идь ахраджаху аллазина кафару тания тнейни идь хума фил гар, идь якулу ли сахибихи ла тахзан, инна Аллаха маана, فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Если вы не окажете ему поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику: «Не скорби, ибо Аллах с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как слово Аллаха превыше всего. Аллах могущественный, мудрый. Сура Покаяние, аят 40. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, когда неприятности и притеснения по отношению к сподвижникам посланника Аллаха, да будет доволен ими всеми Аллах, усилились в Мекке, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, через 5 лет после начала исламской миссии, дал им разрешение переселиться в Абиссинию, сказав: «Почему бы вам не уехать в Абиссинию? Там правит справедливый царь, который никого не притесняет. Так переселитесь в его страну, пока Аллах не освободит вас от ваших страданий». Затем некоторые сподвижники отправились в Абиссинию, где они находились в очень хорошем положении, сохраняли добрососедские отношения, были так уверены в своей религии и поклонялись своему Господу. А когда им сообщалось, что якобы мекканцы приняли ислам, они решили снова вернуться. Однако это была ложная информация, и они снова испытали неприятности. Поэтому пророк, мир ему благословение Аллаха, позволил им опять эмигрировать в Абиссинию. Они переселились во главе с нашим господином Джафаром ибн Аби Талибом, да будет доволен им Аллах. А когда курайшиты узнали, что мусульманам оказаны защита и покровительство этого справедливого царя, желали вернуть их в Мекку. Они отправили своих посланцев с целью убедить эфиопского негуса Наджаши выдать им мусульманских беженцев. Однако он им ответил: «Клянусь Богом, я не отдам людей, которые искали у меня убежище и предпочитали мое соседство всем остальным, прежде чем допросить и выслушать их». Негус Наджаши вызвал к себе мусульман, а Джафар ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, стал отвечать на притязания послов курайшитов, говоря: «О царь, мы были людьми, которые поклонялись идолам, ели мертвечину, позволяли себе запретные вещи, совершали мерзости, разрывали родственные связи, плохо общались с соседями, сильные среди нас раздавили слабого, совершенно не различали плохое и хорошее. А затем Аллах послал нам пророка из нас самих, чья родословная правдивость, честность и надежность была нам хорошо известна. Он, мир ему благословение Аллаха, призвал нас поклоняться только одному Аллаху без сотоварищей и перестать поклониться идолам и камням. Он нам повелел говорить правду, соблюдать доверенности, поддерживать родственные связи, хорошо относиться к соседям, отказаться от запретов и кровопролития. Он запретил нам безнравственность,
ложь, поедание имущества сирот и порочение целомудренных женщин. Он повелел нам поклоняться одному Аллаху и не предавать Ему никого в сотоварищи, совершать молитвы, давать милостыню и держа пост. Далее наш господин Джафар ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, перечислил Наджаши все благие постулаты ислама, которые ни один достойный человек не стал бы осуждать. В заключение Джафар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы уверовали в Него и доверились Ему, последовали за Ним в Его наставлениях, полученных им от Аллаха. Мы поклоняемся одному Аллаху без сотоварищей. Мы запрещаем то, что запрещает Он, и считаем разрешенным то, что Он разрешил нам. Однако наши соплеменники были жестоки к нам и причинили нам вред, пытаясь отдалить нас от нашей веры и вернуть нас к идолопоклонству вместо поклонения Аллаху, и заставит нас считать позволительными злодеяния, которые мы раньше считали непозволительными. Когда они стали бесчинствовать и преследовать нас, и не давали нам следовать нашей религии, мы покинули нашу землю и выбрали твою страну среди всех остальных. Мы хотели твоего гостеприимства и надеялись, что нам не причинят вреда в твоей стране, о царь». Услышав все это, Наджаши спросил: «Есть ли у вас отрывок из того, что Аллах открыл этому пророку?» «Да», — ответил Джафар. «Так читайте мне», — сказал Нигус. Джафар прочел начальный аят из суры Марьям. Наджаши так сильно плакал, что промокла вся его борода, и все епископы так плакали, что намочили свои Библии. Затем Наджаши сказал: «Клянусь, поистине, такие слова исходят из такой же ниши, из которой вышли слова Иисуса. О посланцы, идите, клянусь, я никогда не выдам их вам». Кто пристально размышляет о двух переселениях в Абиссинию, тот хорошо понимает, что переселение первых мусульман не совершилось из страны неверия в страну веры. Ведь ключевой принцип – это защищать родину и не позволять ей становиться жертвой несправедливости или притеснения. Это было скорее переселение из страны страха в страну безопасности. Нигус, правитель Абиссинии, в то время не был мусульманином, но он был справедливым правителем, при котором люди пользовались безопасностью по отношению к своим вероисповеданиям, душам и имуществам. Вот почему сказано: «Аллах помогает справедливому государству, даже если оно есть и неверующее, и не помогает несправедливому государству, даже если оно есть мусульманское». Итак, правление может длиться при неверии, но никак не длится при несправедливости, а также несправедливое государство не может продолжаться, даже если им правит мусульманин. Тем самым наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, нам повидал о высоком положении справедливого правителя в судний день. Поскольку справедливый правитель есть один из семерых, который Всевышний Аллах укроет свои тени в день, когда не будет тени, кроме его тени. Ведь именно благодаря праведности правителя реформируется общество, а из-за его несправедливости оно становится развращенным. Когда Аллах, слава Ему и величие, дал разрешение своему пророку, мир ему и благословение, переселиться в Медину, пророк вышел с помощью и поддержкой всемогущего Аллаха. Итак, переселение является положительным сдвигом государственного строительства и реализации мирного сосуществования, братства и сплоченности, чтобы пророк смог передать послание Всевышнего Аллаха всему миру. В этой связи Аллах Всемогущ, Он и Велик, изрек: «Илля тансуруху факад насарахуллах,
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Если вы не окажете ему, то есть Мухаммаду, поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику, то есть Абу Бакру, «Не скорби, ибо Аллах с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как слово Аллаха превыше всего. Аллах могущественный, мудрый. Сура Покаяние, аят 40. Через 8 лет после переселения Всевышний Аллах даровал славную победу своему пророку, когда умер ему благословение смог открыть Мекку, и люди толпами обратились в религию Аллаха. С тех пор понятие хиджры стало иметь широкое и безграничное значение, охватывающее все сферы жизни, вместо обычного узкого значения. В результате завоевания Мекки переселение из одной страны в другую закончилось, ибо оно было обязательным во времена слабости. Всевышний Аллах сказал: «Инна ллазина таваффахуму лмалаикату валими анфусихим». قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Тем, кого ангели упокоят, чинящими справедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителью станет Гиенна. Как же скверно это место прибытия». Сура Женщины, аят 97. После взятия Мекки положение хиджры прервалось, потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хиджра прервалась после открытия Мекки, но остался джихад и намерение». А также передано, что когда Сафуан ибн Умейя принял ислам, ему сказали: «Не приверженность религии у того, кто не переселился, то есть не сделал хиджру в Медину». И он пришел в Медину, а пророк, мир ему благословение Аллах, сказал ему: «По какой причине ты пришел, Абу Вахб?» Он ответил: «Говорят, что нет религии у того, кто не переселился. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Возвращайся, Абу Вах, на равнине Мекки. Оставайтесь в местах вашего жительства. Хиджра прекратилась, но остался джихад и намерение». А также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мусульманином является тот, кто не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и своими руками, а мухаджир – это тот, кто бросил запрещенное Аллахом». Следовательно, если пространственная хиджра из Мекки в Медину прервалась после открытия Мекки, то все благородные значения хиджры все еще существуют, о чем мы должны позаботиться. Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, установил принцип, согласно которому настоящая хиджра – это позитивное превращение к лучшему, как, например, переход от безделья и лени к усердию, труду и мастерству, от эгоизма, себялюбия и слепой приверженности к человеческому альтруизму, искреннему братству и вере в разнообразие. Необходимо также признать право человека свободно выбирать свое вероисповедание.
соблюдать добрососедство и крепко строить убежденности, знания, мышление, поведение, этику, экономику и общество. Надлежащим образом, что может поддержать страны, создать цивилизацию, реализовать интересы всего человечества и сохранить человеческое достоинство без учета каких-либо других соображений. Поистине, правильное понимание смысла истинной, непрерывной хиджри с течением времени требует, чтобы невежество превратилось в знание, заблуждение в руководство, плохая мораль в хорошую и коррупция в реформе, что способствует созданию цивилизаций и заселению Вселенной, потому что наша религия – это религия восстановления. Всевышний Аллах сказал: «Хуа аншаакум минал арди вастаамаракум фиха» – «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней» – Сура Худ. Наша община – это община труда, а не община лени, община создания, а не община уничтожения или разрушения. Мы на протяжении всех веков есть община цивилизаций, а неразвитость никогда не была для нас характерной чертой. Таким образом, каждый мусульманин, который любит свою страну и религию и гордится ими, должен стремиться высоко поднять великий флаг своей религии и родины, вдали от экстремизма, крайности и чрезмерности, как, например, при соединении к террористическим группировкам, ищущим ложного джихада под тенденциозными и фальсифицированными флагами, а также необходимо избегать нелегальной миграции, которая ведет к гибели и унижению и является запрещенной с точки зрения законодательства и религии, так как святость родины подобна святости домов. И поскольку никто не может войти в чужой дом без разрешения его хозяина, никто не должен въехать в любую страну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Поскольку никто не любит, чтобы кто-нибудь проник или незаконно въезжал в его страну, он тоже не должен так делать или принимать с какой-либо другой страной. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. О, мои братья в исламе, нам нельзя не вспомнить в данном благоуханном случае, что месяц Аллаха Мухаррам является одним из четырех запретных месяцев, во время которого было бы желательно много поститься. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Наилучшей молитвой после обязательной является ночная молитва, а после Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха Мухаррам». А также весьма приветствовался бы пост в день Ашура, десятый день месяца Мухаррам. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, повидал: «Поистине, я надеюсь, что за посты в день Ашуры Аллах простит грехи, совершенные за минувший год». Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк прибыл в Медину и увидел, что иудеи постятся в день Ашура. Он спросил их: что это? Они ответили: это праведный день. В этот день Аллах спас сынов Израиля от их врага, и Муса постился этот день». Тогда пророк, мир ему благословение Аллах, сказал: «Я более достоин Муси, чем вы». Затем он постился и велел соблюдать этот пост. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает: когда пророк, мир ему благословение Аллах, стал поститься в день Ашуры и велел нам сделать то же самое, люди сказали: «О посланник Аллаха, но ведь этот день чтят и иудеи, и христиане». Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллах, сказал: «В следующем году будем поститься и в девятый день».
Следовательно, тот, кто желает следовать сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, должен поститься в день Ашуры. И тот, кто хочет полноценным и совершенным образом следовать ей, должен поститься в 9 и 10 дни месяца Мухаррам. О Аллах, окажи нам содействие в том, что Ты любишь и что угодно Тебе. Господь наш, сделай Новый год по хиджре, наполненным благодатью, благословением и победой для Египта и всех других мусульманских стран.